В Центре содействия семейному устройству в селе Сержантово реализуется проект «Экологический десант». Его ключевая цель – воспитание у ребят целостного отношения к родному краю и окружающей среде. За время реализации проекта воспитанники центра высаживали деревья, возрождали родники, очищали ручьи, вывозили мусор, благоустраивали памятники воинской славы. И сейчас наше движение эколого-краеведческое уже получает другой формат. Мы стали переходить на какой-то на тимуровский уровень, можно так сказать. То есть наши дети готовы спустя год помогать не только окружающей среде, решать не только экологические проблемы. Они стали с удовольствием откликаться на помощь людям. Вот у нас сейчас недавно была семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. Мы узнали, что в Дальнегорском городском округе есть такая семья. Мы выезжали, и дети с удовольствием, хотя они не имеют никакого опыта делать ремонт, они с удовольствием это практиковали. Они делали ремонт, красили стены, ложили оргалит. И это было для них настолько здорово. Они испытали сами столько эмоций, что, во-первых, была и помощь они оказали, и, во-вторых, они чувствовали себя нужными. Ведь дело в том, что главное для наших детей – это почувствовать нужность. Также еженедельно в рамках акции «Своих не бросаем» воспитанники центра изготавливают своими руками изделия для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Уже передано на фронт более 30 аптечек. Кроме того, они поддерживают защитников Родины письмами с теплыми пожеланиями. Министерство образования Приморского края в торжественной обстановке поблагодарило за работу сотрудников и воспитанников центра. Артем Белов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.